Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0, в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. В Кировской области увеличена единовременная выплата на строительство или приобретение жилья. В соответствии с приказом Минстроя России, ее размер в четвертом квартале этого года составит 32 902 рубля за квадратный метр. В сравнении с третьим кварталом года рост составил 160 рублей с метра общей площади. Показатель будут использовать при расчете социальных выплат, которые направляют на приобретение или строительство недвижимости. Для различных категорий граждан они составляют от 592 тысяч рублей до 1 184 тысяч. Выплаты предоставляются инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, либо членам их семей, ветеранам, инвалидам и участникам боевых действий, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, а также нуждающимся в жилье семьям, имеющим детей-инвалидов. На улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны в Кировской области в этом году выделено почти 98 миллионов рублей. На обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, чуть более 51 миллиона. Дайджест недвижимости. Общественники поставили твердую четверку качеству работ по капремонту. Накануне группа по контролю за ходом капитального ремонта многоквартирных домов региональной общественной палаты инспектировала дом номер 62 по улице Карла Маркса. На момент проверки в доме были завершены работы по ремонту систем водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения, а также фундамента и подвала. Нарушений в прокладке сетей общественники не выявили, а также отметили чистоту и аккуратность подвального помещения. Руководитель региональной группы по контролю за ходом капремонта Андрей Воробьев назвал дом образцово-показательным по качеству выполненных работ. Как отметили общественники, положительную роль могло сыграть то, что представитель жильцов дома практически ежедневно контролировал работу подрядчика. Единственное замечание при осмотре дома вызвал открытый электрощит. Представители управляющей компании пообещали устранить нарушение. Дайджест недвижимости. Далее информация от наших партнеров. Кировская региональная ипотечная корпорация завершила работы по реконструкции системы отопления в доме по адресу Слободской, улица Корта, 14. В ходе реконструкции стальные панельные радиаторы были заменены на чугунные. Выполнена установка дополнительного циркуляционного насоса и многие другие работы по реконструкции системы отопления многоквартирного дома. Уже проведены гидравлические испытания, подтвердившие исправность системы отопления. В доме на Корта 14 могут приобрести квартиры все, кто мечтает о качественном и комфортном жилье. Экологичный район, рядом расположен сосновый бор, развитая инфраструктура микрорайона, огороженная дворовая территория, детская площадка, две парковки для автомашин и подсобные помещения. Это лишь часть преимуществ дома на Корта 14. Объект полностью готов к проживанию. Выполнена чистовая отделка всех квартир, осталось только поставить мебель. Убедиться в качестве жилья вы можете сами. Запишитесь на бесплатную экскурсию по телефону в Кирове 470220. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.